Отзыв о песке для шиншилл Витапол. Пару дней назад приобрела для своих шушиков песочек Витапол. Вот такая вот баночка. Так, вот она 69,76. Баночка запечатанная. 5 килограмм. Сейчас будем пробовать. Я вскрыла баночку. Вот такой у нас песочек. Сейчас я насыплю его в купалочку. Вот сюда вот. И поставлю в клетку. Так. Песочек уже в купалке. Вот мои шуши ждут. Ждут, когда они уже будут купаться. Сейчас мы приступим. Ну и вот сам процесс. Шушки купаются. Напоминаю, вот такой вот песочек Витапол. Все, надеюсь, что шерстка у моих шиншилл будет хорошая, красивая, ухоженная. Вот наш второй будет идти. Вот. Он тоже хочет купаться. Вот.